Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех юных любителей путешествий. И сегодня мы вместе с вами отправимся на север и дружно разучим танец народов севера. Ну что, вы готовы? Ну тогда поехали! Движения очень простые. И первое движение, которое мы разучим, взято из природы. И это движение – ветер. Нам нужно сделать простые движения руками. Вот такие. Отлично. А теперь наверху. Здорово. Следующее движение тоже очень-очень простое. И это движение солнце. Мы нашими руками будем рисовать солнце. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ну а следующее движение – это красивый олень. Мы с вами выставляем правую ножку вперед и делаем вот такие красивые рога. Здорово. Так, и теперь попробуем немного поскакать. Готовы? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово, друзья! Ну а теперь мы отправимся на охоту. Будем шагать, как настоящие охотники. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здорово! Ну что, последнее движение – это птица. И птица у нас с вами сначала будет взлетать, а потом садиться. Вы готовы? Повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре. А теперь птица садится. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Ну что, мы готовы танцевать?